два, один, ноль. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, King on Fire, Радекс, Данила, Редиска, Васаби, Скромник, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Здравствуйте. Сегодня мы играем Гаррис Мод, и давно у нас не было рубрики с чужим. Если опять-таки кушайте, приятного аппетита, а мы сегодня будем веселиться, угорать и орать. Пацаны, дайте мне немножко время, чтобы я заныкался на карте. И у вас есть 10 секунд, если я нахожусь в ком-то, я могу потом стать большим. Ладно, он увидел, это очень было палевно, но для начала пойдет. Так, нам, наша цель, главное, зайти в здание и отсюда ошкериться. Свободная касса. Ой, блин, насколько карта крутая. Смотрите, как я могу вообще зашкериться здесь. Везде можно заходить. Так, давайте внимательно. Ты смотри, он что, не видит меня вообще? Так, делаем по красоте, как мы можем. Давайте этого возьмем. Вы меня слышите? Да. Ого, пушка у тебя. А ты умеешь ей пользоваться, этой да, пушкой? Да, я профессионал. А что ты ее удалил? Секунд, вонючий. Я удалил. Так, 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 так. Это у нас редиск. Как же тебя убить? Впереди, сбоку. Или резко появиться и сразу замочить тебя. Да, редиска, ого. Вы что, психи, что ли, пацаны? Редиска, стой, блин. Эта зараза бежит ко мне и удаляет. Ого, вы там пулеметы используете. Хорошо. Давайте будем использовать тактику крысы. Самая моя любимая. Понял. Знаете, да, эту тактику? Да, да, я так что раз делаю. Увидел. Ты что, дурак, что ли? Да. Отлично, ребята. Сегодня играем очень красиво, не спеша. Все делаем тактически. Непринужденно. Главное, что не давать пацану никакого шанса меня атаковать. Так, кстати, карта вроде маленькая, а с другой стороны здесь столько помещений. Это, короче, график моих убийств пацанов. Сколько раз должен убить? 1200 раз. Неплохо, ого, неплохо. Да, да, да. Кстати, там щель такая. Я даже вижу, когда кто-то идет. Ты дверь не открывай мою. Не-не-не-не-не, будь осторожен. Ой. Давайте посмотрим, что они вообще тут делают. Ого. Ого. Ой. Ты псих, что ли? А кто это там такое делает? Дима. А тут выхода на крышу нету? Нету. Дим, то что огромные взрывы, это я делаю, а ты не меня убил. Ничего, убью. О, смотрите, смотрите, стреляет. А, ты увидел меня? Я думал, я там на крысу как-то заныкался. Ты там все спалил, я тебя подпилил. На крыше был. Ух ты! Так, 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 иди сюда! Иди сюда, пожалуйста. Я хочу твои, у меня мяска в животе, кишки твои съесть. Ого. Надо, да блин, забыли. Красиво, красиво наказал. Я нечаянно. Димас, ты где? Ого, а что так произошло? Это а что так? Кто-то... А я, короче, взял, я прыгнул на пулемет, и он взорвался. Что, так совпало, что ли? Нет, потому что я выстрелил. У нас что-то пацаны сегодня решили. Сейчас камикадзе. Ну что, опять не успел появиться. Ну что, я иду на тебя, давай, убийца. Неплохо, неплохо, давай. Ого, с огнемета, со всех орудий. Я потихоньку приближаюсь. Нифига себе. Этого мало. Больше. Чужой сегодня вообще бессмертный. Так, а чужой и так на самом деле бессмертный. Когда он убивает людей, он бессмертным становится. Опа.
такие двери здесь странные, я вижу все, что там происходит. Отлично, ну что, начинаем кушать, все, кто подходит. Даже вот такое расстояние сделаем, все равно будет достаточно. Отлично. Эй, осторожно, ты же у меня можешь жизни, у меня всего 1000 жизней. Давай, иди сюда. Ого, это было больно. До двери никто, да, не подойдет? Никто не хочет подходить до двери. Давай, подходи, не ссы. Я прямо возле двери стою. А что там произошло, я так и не понял. Как это такой взрыв у меня возле двери был? Кингофорд еще минули. Блин, а что ты на двери, я слышу, налепляет его? Что это такое? Ого. Не-не-не, я отошел вовремя. А, вы бомбы жахнули. Да. Отлично, отлично. Надо устранить этого человека, кто бомбы... А, вы молодцы и так. Молодцы, ребят. Сами себя убиваете, мне нравится. Хорошие ребята. Ах ты! Что за оружие фуфлыжное? У меня фуфлыжное? Это так нечестно. Потому что все честно, это не админское оружие, это честно. Это обычный. Хорошо, не удалось. О, тут сральники есть. Такое все грязное. Не, нахрен. Все, я вселился, вселился. У кого? Не знаю, угадайте. Вообще вино от Радекс. А я его обманул, он убил себя просто так, а потом еще раз убил. Это не я, 100%. Это ты. Это меня уже... Есть! Вселился на красоту. Так, 10 секунд отчитываю. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Я ни в ком не был, вы просто так убивали себя, вы что, дураки, что ли? А вдруг? У нас ребята, как всегда, в канале. Так кто, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Любой может зайти и поиграть с нами, поорать. Ого. Отлично, ребят. Ну отлично. Ну что ж еще делать? Если я узнаю, кто. Да ты задрал пулеметчик с большой дороги. Радекс, это ты? Ох ты, у нас тут война. Иди сюда. Пацаны, у вас есть, короче, шанс спасти свои шкуры. Все по-настоящему. Удаляю спауны даже, чтобы вы тут ни из чего не появились. Пацаны. Ах ты тварь, что ты делаешь? Успокойся, псих. Да успокойся. Да псих. Так, ну что? Бомба заложена. Время пошло. Давайте сделаем еще вот такую маленькую бомбочку. Так, хватит стрелять. Давайте, наверное, вот такую вот. Да не стреляй! Вы же проиграете. Если взорвется бомба, вы проиграете. Вот именно, Радекс. Зачем вы это делаете? Давайте, давайте, время идет. А зачем взрываете бомбу? Они же сейчас взорвутся. Надо валить, надо валить, я просто хочу убежать. На. Ох ты, я бессмертный. К бомбе идем. Вы должны их удалить, эти бомбы. Если вы их удаляете, все по красоте. Значит, вы выиграете. Да, 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 да. Можем их удалить. Да, да, если вы их удалите, то вы выиграете. Время идет. Серьезно? Да. Я сейчас дойду, подожди. Радекс, успокойся, я их ударю.
Все удалили? Да. Да. Так не могу просто? Я чуть по бомбе не стрелял. Алло, ее нету. Нету бомбы, все? Да, все, нет бомбы. Сейчас нас банят. Настоящие бомбы, вот, то были не настоящие бомбы. Чё? То была фейковая бомба. В пиццерии? Да блин, бомба наехала на меня и убила. Как? Вы такое еще видели где-то? Да. Страшно подходить к бомбе. Это прям жиза, Димас. Ну что, взывайте. Вот я бегу, на тебе. Вы, ты чё со мной делаешь? Отлично, давай, стреляй, стреляй. Ну. Слышь? Ты где? Я а, не стреляют, пацаны? Есть! Ну, я знал, что вы выстрелите. Просто я думал, что я могу нажать кнопку атаки, и она взорвется. Она, блин, не взрывалась. Вот подлецы, эти моды. Я думал, я потеряю попаду, не попаду. Не, сейчас, пацаны, вы сегодня очень хорошо играли, вы выиграли. Если понравилась эта серия, и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, а всем отличного настроения, и посмотрите мои ролики. Еще новогодний салют, пацаны. Это сейчас.